Які цікаві історії у миколаївців пов'язані з дідусем та бабусею? Послухаємо. Нас бабушка завжди водила в музикальну школу на уроки гри скрипки і фортепіано. Завжди сиділа з... Я не помню, с кем она там общалась, с Толиком, пока мы занимались, да, потом, как такое детское воспоминание, что ходила с нами в музыкальную школу, отводила на занятия. На концерты приходила. Да. И что она очень много читала, я постоянно помню, у меня в уме запомнилась картинка ее читающей за столом поздно вечером. Вот как-то так. Бабушка и дедушка всю жизнь проработали на заводе сварщиком. Дедушка сварщиком, бабушка маляром. Вот. Дедушка всю жизнь висел на доске почета, сколько там работал, всю жизнь там и висел. Сейчас ушел на пенсию по состоянию здоровья. Ну, к сожалению, так. До сих пор, конечно, к нему приходят заказы того, что надо что-то сварить в городе, за городом, в принципе, в другой стране даже. Ну, нет, он обычно отказывается, потому что, ну, просто возраст такой. Я их очень люблю, если честно, поэтому с грустью вспоминаю, что у меня их нету. Наверное, доброте и любви научили. И сейчас я живу с одной бабушкой. И вот она у меня до того старенькая, что я каждый день на нее смотрю, думаю, спасибо, хоть она у меня одна осталась. Вот лично меня дедушка научил остуживать кашу, так. Да, собирать грибы. А бабушка научила доить корову. Все, а теперь Катя. Мне бабушка научила делать плацинды. Ну, еще она мне научила. Ну, короче, она хорошая бабушка. Я люблю своего дедушку. Вот все. Никогда не брехать маме. Я люблю их очень сильно. Дедушка у меня военный врач, бабушка у меня судья. Всегда нахожусь с бабушкой, мама работает. Я очень бабушку люблю, она меня всему учит, делает со мной уроки, помогает. Ну, любит меня очень сильно. Но дедушка занят всегда, он на работе. Потом приходит, спать ложится и все. Помню только бабушек, дедушек не видела. Бабушка очень хорошо когда-то сказала, я вспомнила уже взрослым человеком. Когда я ей сказала, Бога нет, она сказала, Бог есть, только одни его называют совестью, а другие Богом.